Несмотря на то, что с утра весь мусор был выведен, и с тех пор прошло всего полдня, контейнерные баки снова стоят наполненными различными отходами. А вечером можно догадаться, что из них здесь будет целая свалка. В сельском поселении Развилковское вывоз мусора осуществляется всего один раз в сутки. Но, как подтверждает реальная ситуация, этого недостаточно. По словам Александры Куприяновой, такая проблема возникла с тех пор, как садовые товарищества, находящиеся на территории сельского поселения, подписали с Каширским региональным оператором договор о разрешении складировать свой мусор в контейнеры поселка Развилка. Это еще будет увеличение этого мусора. Не только Санта-Анис, здесь это и Санта-Березка, все деревни. То есть это просто горы мусор будет складироваться. Ни для кого не секрет, что мусор – это не только угроза экологической обстановки, но и санитарно-эпидемиологической, а также возможность возникновения пожаров и размножения грызунов. Справиться с таким обилием этих мелких тварей в этом году просто невозможно. Люди вылавливают в месяц до 12-18 мышей в квартирах. Насущный вопрос никого не оставил равнодушным, поэтому многие жители, как и активистка Валентина Юркина, предложили свои варианты для решения их общей проблемы. Я думаю, что большой мусор, такие как диваны, страшнейшие кресла, все. Просто надо приказом где-то повесить все на свете, и чтобы люди носили к первому, там большая площадка. Вот. А если мы будем здесь собирать, у нас будут опять пожары. Усилить вывоз мусора в пятницу, субботу, воскресенье. И мы вопрос решим, и жалобы все отпадут, и мусор отпадет, и все остальное. Администрация сельского поселения Развилковская поддержала инициативу жителей. Эту ситуацию хотим поправить таким путем, чтобы понудить или заставить Каширского регионального оператора не один раз в день вывозить вот этот мусор на этих площадках, а два раза в день, и посмотреть, как после этого будет уже развиваться ситуация. Активисты, общественники сельского поселения Развилковское, хоть уже и неоднократно, но пока безрезультатно обращались за помощью в разные инстанции, все равно продолжают надеяться и верить, что в скором времени они обязательно будут услышаны. Анастасия Воронина, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.